Поселок первопроходцев, геологов и романтиков. Поселок тех, кто вершил историю геологоразведки Ненецкого округа, отметил юбилей. Искателей исполнилось 45 лет. На торжественной церемонии край, рожденный геологией, вспоминали историю становления муниципального образования, отметили тех, кто внес весомый вклад в развитие. Около полувека назад на территории Ненецкого округа образовался геологоразведочный населенный пункт. Немного позже, именно 20 марта 1974 года, это поселение получило официальное название «Искателей». Роза Городилова практически всю жизнь посвятила поселку, проработала учителем, а затем председателем Совета ветеранов. Женщина признается, «Искателей» с первого взгляда завоевал ее сердце. Когда мы сюда приехали, меня, например, не то чтобы не удивило, а как-то я улыбалась, и как по-деловому начали жить. Поселок только строится еще. И смотрю, эти самострои-то мне интересно показались. Думаю, какие хозяйственные люди. Сами тут все делают, и так это аккуратно для себя. Мне, например, очень это понравилось. Сразу я обратила на это внимание. Много уже тогда самостроек было. Домов таких еще только-только строили. Вот этим сразу меня покорило искатель. Люди приезжали целыми семьями. В 1975 году здесь открыли школу. Со временем появлялись новые дома и инфраструктура. Жизнь в 80-е годы в поселке геологов бурлила. Но в 90-х началась реорганизация, ликвидация предприятий, что, естественно, не пошло на пользу поселку. Кто-то уехал, впрочем, многие так и остались жить в Ненецком округе. Говорят, ехали за романтикой, а остались навсегда. Спустя годы муниципальное образование называют самым развитым в Ненецком округе. Сегодня мы видим, что поселок уже преобразился в городское поселение. Это видно, заметно. Так получилось, что в 2003 году назначен был на военную службу, приехал первый раз в поселок Искателей и поселился в бараке на Губкина 5 рядом с Метелицей. Сейчас там прекрасно уже городской парк, сквер, развитие. Видно, дорогие жители, желаю вам отпраздновать и 50-летний юбилей, и вековой, и многовековой из городского поселения преобразиться в городской округ. У нас очень неплохие дороги, у нас очень симпатичные дома, в которых в последние годы пришла уже постоянная горячая вода, чего не было долгие-долгие годы. То есть живем-то мы все лучше и лучше. И вот спасибо данным праздникам, которые дают нам возможность об этом подумать, оглядеться и понять, что все у нас довольно неплохо. И мы, глядя на это, становимся немножко каждый счастливее. История Искателей сложена из судеб его жителей, тех, кто внес неотъемлемый вклад в развитие. На торжественном вечере отметили почетными грамотами. Всего наград удостоились 27 человек. С праздником 45-летию поселка Искателей, потому что только мы все вместе можем сделать поселок своим красивым, уютным и ухоженным. С праздником вас! Здоровья вам и вашим семьям! Олег Хатанзейский, Наталья Кислякова, Владислав Носкин, телеканал «Север».